Всем привет! Я продолжаю играть в игру Match Dragons, Соедини драконов. И сегодня у нас среда, когда мы получаем все призы и награды за прошлую неделю, все, что смогли заработать, соединяем драконов, получаем дракона второго класса и смотрим, что у нас происходит в игре сейчас. Итак, на этой неделе вот я получила сундук логова 5 уровня, как обычно, и теперь нам нужно собирать сундук логова на следующую неделю. Я не знаю, тут работает или нет, в данный момент очень долго сегодня ждала сундучок. Видите, все по нулям. Давайте попробуем и посмотрим, соединить первых каких-нибудь дракончиков. Вот одно очко засчитали, значит, в принципе, все должно работать. Итак, давайте начнем получать. Вот первая у меня награда за события. Вот таких три таинственных супергнезда. Вы всегда в шортах можете теперь следить за тем, как я прохожу события, прохожу ли я их вообще. Я снимаю короткие шортики, в которых видно, что нас там ждет, что интересного. Вот пока соединяю яйца. Так. Три. Таких у меня больше здесь нет. Я вот вытащу сюда в данный момент. Так, бабочки. Сегодня вот расположила видео, что прохожу события «Дикие земли», которое сейчас тоже идет. После того, как сделаем все наши задачки, я вам покажу, как я там продвинулась в данный момент. Так. Есть. Вот такое яйцо нам дали. Вот, третье. Что тут еще есть по три? Вот, посоединять, чтобы не накапливалось. Три. Сюда. Пять. О! Вот такого красавчика дали. Пятнистая. В данный момент стоит установка соединять все по 3. Могу соединять вручную по 5. Но потом я ставлю соединять только по 5, чтобы не видеть 180 соединений, которые сейчас видны. Это сейчас нужно для того, чтобы место у нас экономилось. Вот деревья я собрала всех кучу. Видите, чтобы они мне не закидывали вот тоже цветами, пока мы снимаем. Иначе очень трудно мне бывает бороться с тем, что место становится все меньше и меньше. Итак, поехали дальше. Вот такое это за звездное задание. На этой неделе я продвинулась, как вы видите, до 39 уровня. Вот, до 39-го. Скоро уже к 40-му подойду, а всего их 50, как я понимаю. Поэтому будем тоже получать и призы за повышение ранга. Вот такие звездные яйца нам дают. И вот еще. Отлично. Дальше. Награды за события. Вот такие дракончики колючие. Детеныш колючего дракончика получила в событии. Вот еще у нас яйцами дракона викинга гнезда есть. Ну, здесь уже будет 6 яиц. Вот такие викинги. Одно оставим. Так, дальше. Вот дерево, которое дает питаю. Вот. Но нам тоже будет давать потом цветы вот такие. Я их собираю до сих пор еще. Так, это снова награда за повышение ранга звездного. Вот такой дали на сей раз сундук. Дерево, могилки и еще гнездо с яйцами звездного дракончика. Так, что следующее у нас? Вот такие драконы. Мародеры 4 уровня, они из тех же самых викингов собираются. Опять награда за повышение ранга звездного. Теперь мне 2 дерева зловещих дали. Ой, спасибо, монеточки.
И на сей раз 4 яйца. Ну что ж, подождем еще. Так. Это вот новые события Пасха. Дракон из коробки Маши. Отпущу их пока. Потом будем соединять. Новый дракончик у нас был на этой неделе. Вот, такое, вот такая вот награда, которую нам дают. Видите, яйца плетеного дракона. Сейчас я посмотрю. И вот такое яйцо. У меня такая уже есть конфетка, супер конфетка, поэтому я могу ее продать. Вы можете оставить себе в лагере для красоты, и она будет иногда вам давать вот предметы, которые вы видели. Вот у меня есть яйцо плетеного дракончика. 5. Поэтому могу вот соединить. Бабах, есть. Дальше следующий приз. Это приз за то, что я получила все 10 звезд, все 10 заданий выполнила. И вот сюда бы мне его поставить, это золотое дерево, потому что хочется сразу на место его отправить. А, говорит, место уже заканчивается. Вот такой родник. Сейчас он нам даст мне яйцо. Вот, дала яйцо. Вот, я могу 3 соединить и получить дальше вот такой вот следующего уровня родничок. Так, это яйцо отправлю сюда. Видите, по одному у меня осталось. Так, и яйца совенка-грифончика. Совенка-грифончика. Следующая награда. О, это яйца дракона с коробки, 8 штучек. Есть, еще 3 дракончика получили, видите, поэтому я не спешила соединять драконов с коробки яйца, потому что еще мне дали. Так, теперь 2 сундука еще. Так, вот, смотрите, роскошную бутылку с духами дали. Она у меня уже 4-я тогда будет, смогу еще 2 фонарика получить. Вот так вот. И норку, наконец-таки. Норка – это хорошо, потому что, видите, у меня сколько норок. Сейчас я посмотрю, могу я их соединить. Так, 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 как в событии логово. Вот у меня такие 3 такие норки есть. Парам, да. Так, вот эти мне не надо. И здесь больше ничего не выскакивает. Ну, вот такая теперь у меня норка 4 уровня есть. Приятно. Так, яйца еще. И 4 было, 4 осталось. И посмотрим, что здесь нам дадут. Дайте мне, пожалуйста, деревья медоса. Нет, вот, вот заладили мне вот с этими колбами с духами. И все, говорят. О, 5-5, хорошо, четное количество. Так, вернее, нечетное. Так, еще, смотрите, одно дерево, которое нам будет давать... Цветы. Цветы, пока мы тут вот с вами работаем. Так, еще приз за повышение ранга. Могилки. Соединить, продать. Это у меня все есть. Яйца. Есть. И еще норка. Еще вот такая норка снова у меня есть. Ну ладно, хорошо, пускай будет. Еще 4 яйца. Замечательно. Так. Видите, плодотворная неделя была. И вот такие драконы с коробки, радостные, 4 уровня. Вот были цыплята, стали курочки. И вот еще... парочка яиц. Вот одно пока у меня тут останется. Ну что же, мои хорошие друзья, вот призы, награды. Эти я разобрала. Это то, что событие Пасха у нас было. Теперь у меня есть вот огромные ящики пыльных кроликов. То, что я пыль собираю, собираю пыль, навожу порядок. И давайте посмотрим, сколько у нас там получится, что у нас с кроликами на этой неделе. О, смотрите, сразу 2 кролика. Вот этот вот росточек мне нужен. Это я собираю. Вот этот огонечек тоже можно оставить. Это из необычного. Так, сразу 2 кролика. Здесь вот лепесточек, листик дерева, которое мне нужно. И еще яйцо. 4 яйца получается. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня яйцо пыльного кролика. Пам-парам-пам-пам-пам-пам.
Вот у меня по три яйца сложено. Так, 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 так. Ух-ух-ух. Яйца пыльных кроликов я не вижу. Зато я вижу бабочки, одно яйцо. Ну, вот хорошо. И соединю заодно, чтобы не носить туда-сюда эти яйца. Тогда вот сделаем так. Спасибо за яблочко. Так, все, это мы разобрали. Давайте теперь приступим к сундуку логова. Вот, открываем сундук логова. Гнездо с яйцами дракона логова получаем. 16 случайных премиальных яиц и 6 случайных предметов. Открываем. Отлично. Дерево мне такое низкого ранга не нужно. Цветок тоже у меня тут их уже куча. Гриб. Вот пруд мне вот этот нужен. Сейчас только найду, куда его поставить. Вот пускай здесь пока постоит. Есть. Так, гнездо с яйцами логова. Опять три яйца. Ну ладно. А смотрите, новое яйцо дракона с коробки выскочило. Вот. Как интересно, как быстро поступает сюда, в сундук логова. Вот у меня целых два яйца с коробки выпало на этой неделе. Вот такие яйца я соединила. Вот, потом надо будет их разобрать, соединить. А мы с вами приступим к объединению. Сейчас, пока я зайду, поменяю установочку, чтобы у меня дракончики соединялись, теперь показывались соединения по 5. Вот, иду сюда, вот включила, вышла. Вот, сундук готов, говорит. Есть. И заходим в лагерь снова. Заходим снова. Отлично. И смотрим, сколько соединений у нас тут возможно. Всего 18 на этой неделе. Вот собак-грифончик. Яйца эти мы получили в событии за выполнение всех звезд. Тут сделаю поближе, чтобы вы видели. Так, дальше смотрим, что у нас тут еще по 5 можно соединить. По эконом-программе. Яйца. Так, второго уровня дракона шуты. Есть. Так, дружественные дракончики. Это спасибо вам за то, что вы мне дарите призы как другу. Пепельные кролики первого уровня. С пепельных островов второго уровня можем соединить кроликов. Вот теперь звездные еще. Так. Первого уровня еще звездные дракончики. Еще первый уровень. Вот сколько нас собралось. И второй могу 5 штук соединить. Вот они уже побольше такие, покрупнее. Так, викинги, естественно. Где ж, кого они предлагают? О, будем второго класса мародеров получать. Драконы Тора, вернее. Мародеры в драконов Тора у нас превращаются в гнезда второго класса. Так, и посмотрим, сколько тут будет яиц. В первом гнезде уже 7 яиц. Вот. Так, а во втором гнезде еще всего 13 яиц. Так, а здесь я теперь по 3 не могу соединить, потому что только через книгу. А, у меня даже еще одно такое яйцо где-то есть. Надо посмотреть. А, 4 у меня их. Значит, 14 яиц. 7 и 7 было. Слушайте, как мне повезло. 7 и 7. Сейчас я посмотрю. Вот, есть у меня еще одно яйцо. Хорошо, что я не поспешила. А решила проверить свой склад. Вот так вот. Тогда я еще 2 смогла получить. Еще 2. И смотрим. Вот. 7 уровня соединяем. Так, готово. Здесь пока больше все. 9 у меня есть 4. Я подожду. Можешь соединить, почему бы и нет. Ага.
А какая мне разница? Давайте получим дракона 10 уровня первый раз. Вот на него полюбоваться. Посмотрите, какой достойный дракон Тор. Драконья сила 15 тысяч, вновь слилась в лагере 20. Отлично, вот можно на него полюбоваться. Красавчик, красавчик. Давайте дальше смотреть. Ту-ту-ру-ту-ту. Где же мы еще? Вот новый, новый дракончик. У него даже, смотрите, имени нету. А мы знаем, дракончик Скорлупка. Почему-то имени не написали. Итак, первый уровень соединяем и получаем второго уровня. О, какой! Птенчик немножко подрос, называется. Что ж у него, у Скорлупки-то нету имени. Еще первого уровня соединим. Так. И можем соединить четвертого уровня, вот этих курочек. И получаем драконы перышки. Были скорлупки, стали перышки. Вот еще гнезда второго класса. Есть. В первом только 4 яйца. Вот так я могу сразу и яйцо дракона перышка, и малыш дракона перышка. Так, и одно яйцо у меня останется, я так понимаю. 3 надо соединить тогда. Одно яйцо останется у нас. Не хватило 13 яиц. Так, 7 уровень не будем соединять. Попробуем подсобирать их. Может быть, еще повезет. Дальше бабочки у нас, я смотрю. Где же у нас тут... Где же бабочки? Вот, первого уровня 5 штук могу соединить. Так, мудрые первого уровня. 8 соединений нам осталось. Племенного 5. Есть. Так, еще. Вот у нас были еще племенные. Третьего уровня 5 штук набралось. Есть. И вот второго класса племенные получим. Яйца дракона-шамана. Создано еще одно гнездо второго класса. Поздравляем вас. Так, сколько здесь будет у нас яиц? Так, так, так. Пролетай, зайчик, зайчик. Ну, лети. Ну, что ты тут остановился? В первом гнезде 6 яиц. А во втором... Так. Еще 5, 6, 7. Итого 12. 6 и 6, значит, 12. Сейчас я посмотрю, нет ли у меня такого яйца красивого на складе. О, есть. Вот оно. Есть у меня такое яйцо. Вот. Ой. Соединить. Годится. И 7 уровня у меня 5 драконов. Вот так вот. И 8-го 5 у меня. Отлично. Так, а 9-го у меня тоже 4 дракона. Но не буду. Эти племенные у меня потихонечку собираются. Гаргулечка. Первый уровень. Так, природный. Первый уровень. Есть. Алый. Первый. Так, каменный первый уровень. Так, зеленый первый уровень. И еще первый уровень. И второй. Так, пятнистый первый уровень. И еще первый уровень. И колючие остались. Колючий второй уровень, 5 драконов. Вот все соединения. Что тут новенького мне источник легенды предлагают купить. Так, это тоже мы сделали на сей раз. Готово. Ну что ж, давайте я вам покажу, что у меня происходит в событии «Дикие земли. Медовая сладость». В этот раз у нас вместо обжорок и мицелиальных драконов у нас есть феи-дракончики из старых, которые мы знаем. Вот такие вот нектарные дракончики. И у нас новые вот рептиломаги.
новая рептиломагия. Вот видите, фиолетовые эти я уже прокормила. Всех я уже открыла дракончиков. Вот у меня остались вот эти вот, которые светленькие. Этих мне нужно еще драконов прокормить. Сейчас я вам покажу. Вот у меня вся земля открыта. Видите? Вот тут остались только фрагменты. Я имею в виду, что я до конца открылась. В этот раз, когда 6 там, или 7 драконов сделал, прокормил, да, накормил, приручил, то сразу же открылась потихонечку вся земля. Не надо было вот как бы потихоньку. То ли у них ошибка, то ли как, но дело в том, что вот так есть. Вот такие новые драконы рептиломаги. Видите, яйцо, как выглядит малыш дракона, детеныш дракона. И дальше мы пока еще не видим. Ну вот всех драконов, которых мы сможем здесь приручить, накормить, всех мы тогда получим себе в лагерь. То есть вот можно 36 драконов всех получить. А мы идем с вами на карту мира и попробуем пройти дальше уровень. Итак, у нас кристальные острова 2. У меня написано «выполняется», потому что я один раз случайно в него зашла и сразу решила выйти, чтобы проходить с вами его вместе. Вот давайте будем сделать. Итак, будем читать, что у нас тут за задание. Для победы нужно создать восстановленную статую Геи. Задание первое. Разбросать 4 раза кости, соединить драконьи яйца 4 раза и создать большую траву. Ну что ж, давайте вот будем делать то, что я вижу. Вот у нас немного, островочек совсем небольшой. Вот давайте. Вот у нас тут есть, летают пушиночки, из которых вырастут потом у нас семена. Вот такие росточки появятся из пушинок. Да, вот их половлю их. Могу их соединить вот так. Смотрите, тынч, тынч. Вот. А могу ждать, пока они прорастут. Вот эту траву мне надо будет соединять. Мне надо разбросать кости, поэтому я буду их так вот. Они мне помогут тоже цветы сделать, эти кости. Вот так, тынч. Вот это половим их немножко. Создадим цветочек. Откроем гнездо с яйцами. Так. Так, яйца у нас дальше. Ловим пушиночки. Так, это я не сюда случайно нажала. Давайте половим. Зачем нам пока кирпичи, непонятно. Нам нужно всего лишь открывать. Вот, всего лишь нам нужно открывать. Побыстрее. Побыстрее, спокойненько открывать. Такое, знаете, на выдержку задание. Один дракончик, сейчас будет второй. Вот так вот. И надо нам 2 цветка хотя бы. Вот, еще раз кости раскидать. Еще один цветок сделать. Вот, можно еще вот травушку скушать. Можно было сделать побольше сферку. Так, одно яйцо у меня тут, другое тут. Угу. Вот так буду. Вот как. Вот одно яйцо освободило еще. Костик это опять нужно раскидать. Давайте. Угу. Все очень весело. Но до костей не дошли. Все, как всегда, становится дороже. Можно так сделать. О, гнездо, но только тоже 4 яйца. Вот, еще раз кидали кости, получили звездочку первую. Есть, выполнили задание. Дальше нам еще раз кости надо раскидать. Сейчас мы их откроем и траву соединять. Хорошо, траву будем соединять. Так,
Вот у нас. А, слушайте, я сделала ошибку. Мне трубу надо было, наверное, 5 соединить. А я соединила 3. И теперь мне не хватает травы, чтобы в конечном итоге ее соединить и получить последнюю звезду. Вот все-таки здесь такая вот была подковырочка в этом уровне. Видите? Сейчас я кости эти раскидаю. Вот. А травушки-то еще одной нет. Вот 2 звезды только получу в этот раз. Раз такие дела. Ой, можно пропускаю. Пушинки. Кстати, вот этот уровень есть, где пушинки летают бесконечно. Можно здесь тоже их понасобирать. Так, сейчас мы вот это бедим. Проросла она, уже успела. Вот еще летит. Вот так. Ну да, не хватает мне одной травушки, чтобы соединить ее. Ах, обманули меня, обманули. Что поделаешь? Вот так вот. Можно побаловаться. Осталось мне открыть последний вот этот сундук. Готово. Освободить подход к моим статуям. И можно вот разобрать звезды и соединить. Но, к сожалению, на 2 звезды прошла. Прошляпила. Надо было посмотреть, сколько здесь травушек. Чтобы понять, остров небольшой, чтобы понять, сколько нужно соединять. Ну что ж, по крайней мере, так. По крайней мере, прошли. И следующий будет кристальная острова 3 за 6 кубков. Ну, значит, в следующий раз пройдем. Вот сколько здесь у нас есть новых земель. Но, тем не менее, работы у нас хватает. Пойду дальше кормить моих, приручать моих новеньких дракончиков. А для этого мне нужно выполнять и выполнять еще задания. А вам всем спасибо за просмотр. Пока-пока. До следующих встреч.